Инвест показывает и говорит о том, что сегодня есть у нас много организаций, которые могут хорошо, быстро и качественно возводить вот такие объекты. Тоже два слова скажу. Ну, в первую очередь, наверное, создавая вот такой объект, хочется поблагодарить всех. Хочется поблагодарить администрацию района, которая нам оказывала очень серьезную помощь в строительстве этого объекта. Тех людей, которые трудились, этих наших проектантов, строителей, тех людей, кто помог нам поставить эту технику. И особое спасибо я хочу сказать всем тем людям, которые вот здесь стоят в виде зрителей. Без вашего труда, наверное, ничего не получилось, поэтому низкий поклон вам и большое спасибо. Я надеюсь, что это не наш последний объект. Через месяца 3-4 мы планируем сдать еще такого рода объект, поэтому наша компания желает трудиться и дальше на благо нашей страны. Ну, а люди, с которыми мы трудимся, надеемся, что мы еще будем долго и упорно работать и будем рады совместному сотрудничеству. Спасибо еще раз большое. Стало самое торжественное. Так, ну что, готовы, да? Ну что, пойдем? Да.